Yamaha XSR 900, street bike, naked, кому как удобней. На АБС-ке стоит нештатная выхлопная акропоик. Стоит заглушка, можно убрать здесь такое отверстие под шестигранчик. Будет работать громко, кому не надо, будет работать тихо. Очень крутая оптика стоит в плане поворотников. Задний стоит светодиодный стопарь и поворотники бегающие. Это смотрится очень красиво. Зеркала в таком исполнении, нештатный руль, стоит демпфер с регулировкой, чувствуется очень хорошо, то есть не какая-нибудь залепа. Ручки у нас стоят, не ломаечки, тормоза и сцепление. Стоят слайдеры и стоят защиты крышек с этой стороны и с той стороны также имеется. Мотоцикл выглядит очень брутально, очень красиво, современно. И едет он тоже очень и очень хорошо. Продали уже не один такой экземпляр. Поэтому мотоцикл популярный, надежный. Двигатель как на МТХе. Так, что мы тут имеем? Имеем три ключа, сервис ключ и два обычных. Пробег около 40 тысяч километров. Также установлен подогрев рук. Так. 30, почти 5000 километров. Нагревается очень быстро. Также здесь установлена розеточка USB, Traction Control 2 положения и стиль вождения.